Ну, надеюсь, вас не удивляет, что сегодня КВН буду вести я, поскольку сейчас политики должны как-то отвечать КВНщикам, которые идут в политику, и это наш ответ. Я наконец-то сегодня, 1 апреля, в этот самый серьезный день, могу осуществить свою мечту и сказать: мы начинаем КВН! Такого первоапрельского розыгрыша губернатора Дмитрия Азарова стартовал фестиваль официальной лиги Международного союза КВН «Самара». Ну что, пожалуй, хватит шутить, дорогие друзья. Хочу вам сказать, что, конечно же, сегодня ведущий у КВН самый настоящий, самый артистичный, самый смешной, самый требовательный, строгий Александр Волохов, пожалуйста. Юмористический поединок начался. 18 команд со всей Самарской области на сцене «Звезды» отыграли приветствие. Написаны шутки и, в принципе, отрепетированное выступление, как и должно быть. Здесь, в принципе, все ребята молодцы, и мы стараемся держать ту же планку. Но какими бы смешными не были выступления участников, победитель только один. Действительно было смешно. Эта команда дважды два. Победитель 16-го фестиваля движения «Самарский КВН», команда КВН дважды два. Мы пока еще только поедем, эту лигу сезон еще там не начался, но это третья по значению лига после премьер-лиги, соответственно, после высшей лиги. Там до Маслякова две ступени. Да. Чуть-чуть. Мы прям уже приоткрыли эту дверцу, уже так заглянули. Сан Васильевич. Ну вот знаешь, я вот вообще-то, знаешь, какая я? А скажи мне, какая я? Волчица, поэтому включите мне лучше что-нибудь из Лолиты. Владимир Набоков, Лолита. Кончик языка совершает путь в три шишка вниз. Движение «Самарский КВН» существует с 2005 года. За это время команды региона не раз добивались высоких показателей. Будем уж хвастаться откровенно. Во-первых, Самарский регион был вторым по результативности, по количеству команд, приехавшим на сочинский фестиваль. У нас больше 70% команд получили какой-то рейтинг, повышенный статус для того, чтобы принимать участие в более в лигах более высокого уровня. Помимо всего прочего, три детских команды КВН в этом году попали в телевизионную лигу КВН. Новый сезон игр Самарского КВН только начинается. Будем следить за развитием событий. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.